Детишки из 16-го садика накануне Международного женского дня поздравили своих мам, бабушек с праздником. Лучшим подарком для собравшихся на утренник родителей стали песни их любимых чад. Дети разыграли настоящее представление с переодеванием, танцами, песнями. Чтобы мамы улыбались, детишки очень старались. Как здорово и трогательно танцевали вместе с мамами. Если мама улыбается, дети счастливы. С праздником вас, дорогие женщины! Улыбайтесь!